Привет всем, с вами канал The Big Lady of the Small House, и сегодня у меня такой обзор сеянцев. Если вы помните, эти два горшка я рассаживала 2 месяца назад. Table Dance Mandela были посажены месяц назад, это 3 недели назад. И вот смотрим, насколько важен объем грунта даже для сеянцев. Как мы помним, это все сеянцы, купленные у одного из поставщиков, посажены, заплыв был у них одинаковое время, высажены они были в один и тот же контейнер, просто я визуально разделила, где они как сидят. И после чего я пересадила Baby Star Fanfare, у меня сидят в 9 литрах, Baby Star и Green Goddess у меня пересажены в 9 литров, в 15 литров. И вот какая разница. Во-первых, посмотрите на размеры листьев. Какие роскошные, мощные листья. Уже взрослые. То есть вполне возможно, что вот эти вот детки через год у меня зацветут. Где-то там она глубоко закопалась. Кстати, помните, я сажала ее не глубоко. Но они закопались так, как им нужно. А вот тут у меня... И, кстати, да, вот одна детка пошла тут. Одна детка пошла тут. А и здесь у меня тоже пошел детский сад. Луковки выкапывать, наверное, не буду, но они тоже там хорошо сидят, очень глубоко. Думаю, тоже наели хорошие размеры себе. Это тут самая мелкая из луковиц была тут. Видите, так до сих пор где-то 1,5 сантиметра, если не больше. И вот многодетная мамаша. Раз, два. Так. Раз. 2, 3, 4, 5. Вот тут лезет еще 6-я. Слегка раскопала грунт, и вот у нее полезла детка, видно. Так что я буду ждать следующего сезона. Буду каждую разделять. Наверное, посажу каждую в 35-литровый вазон. У меня 2 вазона свободно. Рассажу их, чтобы они получали максимум простора для корней. Здесь будет порядка 5,5 литров для каждой. Ну, здесь чуть побольше, чтобы они сравнялись в размерах. Table Dance и Mandela. Тоже пошли гнать старые листочки. То есть они все хорошо укоренились вот, после посадки. И, ну, думаю, к Новому году уже пойдет и 3-й лист, когда включу отопление. Сейчас достаточно прохладно, но не настолько, чтобы включать отопление. Ну... Солнца им хватает, как они стоят у окна. Окно широкое, ничего не загораживает окно от света, и они должны получать свет по максимуму. Растут, в принципе, неплохо. Смотрите, какие листочки. Хорошие мелкие листочки. Ну и последнее в этом сезоне. Последние сеянцы. Пошел листочек, это из того листа, из семечка, которое просто не укоренилось, я его воткнула отдельно. Новых листиков пока нет, пока только вот первый, который вырос на луковке в момент замачивания. Думаю, что где-то через... А, вот нет, уже пошел второй листочек. Уже пошел второй листик. Так что через неделю здесь будет практически то же самое, что и тут. Вторые листочки пойдут расти. И будет все хорошо. Посмотрите, какая разница. Особенно меня радуют вот эти вот листья. Огромные. Самая крупная луковка, скорее всего, будет вон там. А, тут тоже детка пошла. Я прям вот в прямом эфире удивляюсь вместе с вами. Вот тут еще одна деточка. Вот она. Так что будет весело, когда это все процветет. А может быть, даже сразу каждый выделю по 5 литров при пересадке. Посмотрим. Мне кажется, многодетным мамам можно будет даже сразу и 9 литров выдать каждой. Пусть растут. Удачного всем дня. Пока.